Тихо, смотри, вот меняем все. Ты че? И добро пожаловать, ребятки, у нас сегодня будет очень интересный инди-ужастик под названием Dark Case The Basement. Короче, я этот ужастик нашел в Play Market, в принципе, погнали. New Game, вот это рожа какая-то. Так, окей, туды-сюды, короче, нам надо что-то там, кого-то спасти. Какую-то маленькую девочку, у нас 1979, ей 10 лет. Туды-сюды, в принципе, понятненько. Так, окей. Значит, нам тут рассказывают про сюжетную часть. Так, хорошо. Это чё? Это, короче, по типу как ФНАФа, значит. Так, значит, мы можем подсвечивать. Так, погоди, это... О, на нитке, смотри, закрываем дверь. Это что? А, энергию менять. Окей, я тебя понял. Это чё у нас такое? Хм... Окей, короче, если кто не в курсе, там такая страшная рожа. Ой, мать ва... Ой-ой-ой-ой-ой. Меняйте. В смысле? Ну, меняй. А чё такое? Чё такое? Я дверь закрыл. Окей. 12.08, 12. А чё, чё? А чё, у меня энергия? Ой, твою мать, ты чё? Господи, как я испугался. Я прикола не понял. А в смысле, это что такое? А, вот. Это смотри, это чтобы нам видеть, я убрал эту штукенцию. Окей, раз. Окей, два. Ты... Так, тут это не подсвечивается, это тоже. Окей. Хорошо. Значит, короче, мы должны менять, я так понимаю, батарейку вот эту. Либо, погоди, нам не... Ой, ребятки, я, походу, опять это опростоволосился. Нам, походу, надо успеть вот эту хрень менять. Блин, я вообще офигеваю. Забыл сказать, немного растянул экранчик. Потому что, как сказать, тут была реклама назойливая небольшая, такая маленькая. И вот она пропала, я немного экран растянул. Окей. Надеюсь, вам видно все тут. Окей, монитор, всякая херня. Тихо, смотри, вот меняем все. Ты че? Погоди, либо нам надо светить, либо нам нельзя это, как его сказать, вот эту штукенцию переворачивать. Как-то странно это очень. Ну ладно, просто будем тычиться в монитор. В принципе, что еще нам надо делать? Всем приветик. Тут тоже, я так понимаю, всякие разные коридорчики. Вот этот меня коридор смущает, он немного странный. Он, его нельзя подсветить. Так. Ой, ну спасибочки. Ой, спасибо. Ну смотри, я дверь вот так закрою, потому что... Чё? Эта штука не должна сюда войти к нам. Клёво, дверь... вообще практично, ё-моё, дверь на веревочке от монстра держим вообще четко. Смотри, мне кажется, если я отпущу... Ой, что-то мне не нравятся эти звуки. Смотри, я дверь держу, в принципе, будем вот до последнего, до победного сидеть вот так. Непонятно вообще, что за байда. Вот я знаю, если я отпущу дверь, то все. Мне каюк настанет. Ну, мне так кажется. Ту-ту-ту-ту. Сколько нам так интересно сидеть? Сколько нам так интересненько сидеть? Ну, я не знаю, может, мы сможем, кстати, просидеть вот, в принципе, вот в такой, в таком положении? И сколько нам надо выжить вообще в целом? Интересно. Смотри. Я отпустил! Вообще просто шикарненько. Смотри, я проще мне сейчас настроить управление для этой фигни. Так. Ну. Да, yes, все, я смогу держать спокойно клавишу, хоть. Хотя, погоди, сейчас еще другую настроим. Так,
Ой, великолепно, все. Я смогу держать клавишу пробел просто до победного вообще. Вот сколько надо нам вообще просто держать, держать спокойно. Может, так и заключается выживание в этом? Интересненько, интересненько. Ребятки, вот мы и побили наш нынешний рекорд просто вообще. Я уже просидел тут минуту. И вот, в принципе, держу эту дверь. Не открываю, но там точно монстр нас поджидает. Это вообще просто априори. Стоит мне только отпустить клавишу, и эта задница на нас нападет. Так. Скорее всего, нам надо держать до того момента, пока не наступит 6.00. Вот такие делишки. В принципе. Так, ребятки, ну мне, в принципе, надоело реально держать эту байду. В принципе, вот сейчас мы, я думаю, отпустим. Потому, ну, в принципе, мне кажется, это хитрый способ прохождения игры. Чекпоинт? What the fuck? Интересненькое дельце. До 2.00, как бы, это реально, это читерский способ прохождения этой игры. То есть, смотри, все, закрыл эту дверь, монстр тебе вообще просто по зубам. Это реально круто. Прикольно, прикольно. Так что, реально супер. Давай-ка посмотрим, что тут вообще у нас в целом. Ой. Вашу мать. Фух. Ладно, ребятки, я думаю, на этом мы закончим данную игру. Довольно-таки игра интересная. Реально есть хитрый способ прохождения этой игры. Тупо закрыть дверь от монстра и тупо ее держать. Это реально клево. Так что, ребятки, на этом все. Подписывайтесь на канал Листим Видео. Ставьте большие пальцы вверх. Обязательно жмякай на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. На этом все. Увидимся, услышимся. Пока-пока.